это уже давным-давно надо было вести с самого начала, с первого карантина. Это очень даже хорошо. Пусть люди меньше, конечно, болеют и будут здоровыми. Правильно. А вы носите маску, когда ввели масочный режим или раньше стали носить? Раньше носили. Положительно только. Куда вы носите маску? Я постоянно ношу. И на улице, и везде. Это необходимо для нашего города, чтобы защищались как и себя, так и остальных окружающих. Хорошо и нужно это, чтобы были все здоровы, и никто не болел. А вы скажите, вы начали носить маску, когда ввели масочный режим или раньше? Нет, и раньше. И раньше носила, в общественных местах везде носила. Что бы вы посоветовали окружающим, которые игнорируют? Окружающие тоже должны. Которые игнорируют, это плохо. Все должны жалеть людей, которые нас лечат. Поэтому я только за масочный режим и за условия, чтобы все было хорошо.